Надь, победой, с хет-триком. Первый хет-трик за сборную? Да, первый. Расскажи, как ты забивала все три мяча, помнишь? Сначала прострел с фланга завершила, потом вбегание в штрафную, ошибка вратаря, но хорошо, что побежала до конца, тем самым забила гол. И третий гол, наверное, самый такой курьезный, потому что был прострел в штрафную, и доли секунды принятия решения я не знала, чем быть, я была развернута спиной к чужим воротам, и чтобы не тратить времени, решила на удачу пробить пяткой, как Криштиану Роналду, и слава богу, что удача оказалась на моей стороне. В первом тайме ты тоже часто атаковала, но мяч не шел в ворота. Вообще, как ты думаешь, сколько сегодня ты, в принципе, могла мячей забить? Думаю, что еще два мяча стопроцентно должна была забивать. Это когда головой во втором тайме, опять же, и левой ногой тоже мимо ворот промазала. Это точно, которые я должна была забивать. А так, таких прям стопроцентных у меня моментов не было. Но у меня просто еще с прошлой игры прицел как-то длится. Слава богу, что наконец-то я попала в створ. Ну, вообще, как ты думаешь, могли крупнее сегодня выиграть? Хотя 5-0, конечно, счет хороший, но тем не менее. Думаю, что, конечно, могли. Главное, спасибо. Много моментов создавали еще в первом тайме, но удалось реализовать всего лишь один гол. Хорошо, что во втором реализовали 4 момента еще. И я думаю, счет мог быть крупнее, но я думаю, что 5-0 тоже... Крупный счет, свое мы еще забьем. Как тебе погодные условия? Насколько они сильно мешают, а может быть, помогают играть? Ну, как сказать, помогают. Поле и так поливают, а дождь льет уже 2 дня, и как бы я думаю, что ускоряет прилично игру, мяч. Тяжело все-таки иногда рассчитать отскок, принять мяч, но в целом мы справились. Давай подытожим. 2 матча, 6 очков. Хороший результат. Главное, что 6 очков, 2 победы, хорошее начало. А голы, которые мы не забили, я думаю, что мы еще догоним и забьем. Отлично, спасибо.